Так, ребят, здорово всем, как я и обещал, вернулся чуточку попозже. Будем смотреть сейчас Стрэнджа, поболеем за Стрэнджа, я уже об этом говорил вам. Вот, все стандартно, в общем-то. Надо немножечко переименовать стрим даже, на самом деле, мне кажется, что болеем за Стрэнджа. Так. Я не знаю, кто там с кем играет первый. Я думаю, скоро начнут. Точнее, с кем Стрэндж первый играет. Я даже хз. Стрэндж Тру, ничего себе, Стрэндж Тру первый играет. Ну, давайте ждем Тру. Так, что-то Twitch не хочет у меня подниматься, я пока этим моментом занят очень сильно Twitch'ом. Чё Twitch-то умер, не понял я, бляха-муха. Так, внизу экрана Хира написано, да, вижу. Оп. Вот, Twitch наконец поднялся, все теперь на. Так, сетку нормальную дал, которая будет сейчас порядок матчей сегодня у нас. А, Strange Alive, нет, Strange Alive все-таки первый матч. Вот. Секундочку, на чайник залить, сейчас приду я, ребят. Так, все, я здесь пока не начинаю. Стрэндж еще. Ну, сейчас начнет, ребят.
Штигоп. Штигоп. И на окошко. Здорово всем, да, ребят, кто недавно подошел. Опа. Ну что, сейчас поменяют все местами и начнем Стрэндж смотреть уже наконец-таки. Лайзи группа. Что там Лай за группа-то? Лайер, Люнерч, Найс, Нистик, Пингвин. Ну, выйти может, да, там только Нерч, как бы, самый такой. А другие, даже ХЗ там кто чего. Вот Увердоса с Бейгу, Михой Солар в группе. И Цан неплохой китаец. И Сол поляк неплохой. Там все нормальные пацаны, реально. Все, короче, поехали, ребят. Началась игра. Я здесь напомню, Будва у нас просто-напросто. Матчи. Погнали. Так, не смотрел, где ногой играл Леорва, но я видел. Я видел новость на Good Game. Так, ну я оставлю Бу-1, а будет написано, что Бу-2 на самом деле, как бы вот так вот я оставлю, пожалуй. Вот. Ну что ж, Стрэндж с Алайвом, ребята, через пилон гейт газ в Нексус кибернетику Стрэндж играет, проверяет всякие прокси сейчас вокруг. Здесь объехал, за кустами глянул, поехал дальше на ХГ сюда. Ну и кибернетика вошла, сейчас начнет бустить рабочих Стрэндж по чуть-чуть, видимо, хотя нет, сначала газ добавят, сейчас надо бустить, начинать, если бустить вообще, или оставить вообще этот энергию, чтобы бустить подряд гейт, например, два раза, я не знаю, Стрэндж может быть хочет, пока непонятно. Задержка, помните, 90 секунд вообще у нас здесь имеется. Да, Стрэндж бустит именно сталкера сейчас, и возможно даже два раза его будет бустить. На второго заказывать и бустить-то, а чё, почему бы и нет. Здесь я пробочку поймал.
стандартные пока вот что действия там и там. Так, нет, смотрите-ка, не бустит, конечно, второго сталкера. Но он бустит пробок с двух нексусов сейчас, чтобы они на вторую быстрее приехали. Ну, рабочих по рабочему в плюсе, конечно же, при этом раскладе. Сталкера второго заказал. Играет в стиле Зеста. Стрэндж сейчас еще три гейта, а потом робо будет добавлено. То да, будет так есть. Предугадал, куда рипером прилетит и лайф, отогнал его. Надеюсь, надо вроде здесь сталкера вот оставить с мейна, как бы, и стоять им спокойно там контролить, как бы. Да, что Стрэндж и делает сейчас. Ну и лайф пока контролит вокруг поезд там по чуть-чуть. А Стрэндж бустит блинк по чуть-чуть тоже. Здесь 20 клона, здесь так, стимпак пошел после циклонов. Пак Талабу делает еще. В общем, стиль в три барака будет, я насколько вижу, достаточно ранних. Или, блин, два барака танки, я не знаю даже. Может быть, два барака танки. Сейчас посмотрим. Пришел лайф, просто какой-то интересный, нелепый пуш с его стороны. В итоге, ну, он теряет рипера двух циклонов, но убивает трех сталкеров и, о чудо, одну пробку всего. Хотя Стрэндж этими пробками сейчас пытался отбиваться. Ну, для Стрэнджа кончилось здесь все, на самом деле, легким испугом. А лайф собирается двухбазовый выход с танками, я так понимаю, делать с двух бараков. Ну, как вариант, почему бы и нет. Блинк у Стрэнджа есть уже на сталкерах. Три гейта есть. На сталкерами контролить этот выход обязательно. Сейчас будет Стрэнджу где-то здесь апсаут разложить. А лучше вот здесь вот где-нибудь повесить. Он там вот здесь всю область видеть будет. Ну, вообще идеально где-нибудь вот здесь. Вот. Тогда будет и как спускает с рампы прирост, и выход сюда будет виден. Две фаржи пошли. Две фаржи, это, конечно, хорошо. Ну, они, я бы сказал, не самые ранние, не самые поздние. Вот как бы сейчас от не затерпеть, конечно, Стрэнджу от выхода лайва. Я у нас тут чай, ребят, сделал. Сейчас буду чай пить. В ближайшее время вас предупреждаю. И об этом делайте сами себе. Вам не налью, у меня тут мало. Пролетает Стрэндж, спали. Так, барака два, факта. Вниз-то пролети маленько, ё-моё. Пролетел вниз, увидел, здесь еще бараки. Ну, очевидно, что это выход. Да, вон, посмотрите, лайф вперед пошел. Стрэндж все это видит прекрасно. Сейчас ведь просканет обсервера. Куда ты так летишь-то нагло? Останься за ним здесь. Сталкеров до варп идет. Плюс 5 гейтов делается. Чаш еще не готов. Надо быстрее сталкерами пройти подальше. И тогда можно будет попринимать мешка лайва. Ну, одного Марика Стрэндж здесь минуснул. Еще Марик минуснул. Ну, трех Мариков даже Стрэндж минуснул. Ну, лайф приходит прям к рампе, прям сюда будет он заходить, по ходу дела. Стрэндж пробочку ловит на третью базу еще своевременно. Добавляет и морков. Может получить сейчас саплай блок Стрэндж. Какой говнокуш просто. Это лайва, конечно, чудно идет. Еще почему чудной? Да потому что здесь на самом деле... Ну, Стрэнджу отсюда завести хотя бы зелков штучек 6, ему оторвется еще в легкую, по-моему, от этого куша. Главное, не через вот этот проход всем идти. Ну, Стрэндж решил через этот, ну, кстати, он интересно делает. Интересно, он и Морфус ему пройти, просто к танку не дает сейчас, по-моему, тупую. Ну, танчики отбил, но по лимиту зато просел как-то очень сильно Стрэндж. И здесь Нексус демедженный хлам, кстати, у него. Да, варпы вроде как идут, а обсервером контролят, куда Элайф направляется. Нужны сталкера, вот все вроде четко здесь Стрэндж сделал, и вроде переблинкнулся туда, куда надо, но Иммортал должен вперед был сталкеров выйти, и тогда бы Стрэндж в легкую там все разогнал бы нафиг.
приходит Стрэндж, бьет, посылаем. Надо ли вот так биться, я не знаю. Минки тут копались, между прочим. Минки, между прочим, по центре, по зилкам очень больно бомбанули сейчас. Отступить может, тут новый доварку у Стрэнджа имеется. Сталкеров нет, нечем сбивать наглость эту. В итоге, видите, лайф тут просто, ну, Стрэнджа напрягает сильно. По рабочим 52, надо увеличить количество рабочих. Видно, что у Лайк еще уровень игры такой, блин. Он играет био по-старому, а Стрэндж немножко не получает, не контролирует он иногда. Но в целом жив пока и бьется, сопротивляется. Тут, тут такие вот косяки, конечно, неприемлемы. 5 рабочих ничего не делает, посмотрите. Они просто катаются за пробкой за одной. Я надеюсь, Стрэндж это сейчас увидит, потому что это не 5. Не 5, да, 5 катается. Просто 5 рабочих катается. Так, Давар пойдет. Стрэндж так и не видит, что здесь за хрень творится. Элайф загружается. Аж 4 медивак вперед полетел. Опа, на вторую прилетает. Стрэндж агрессивный подлин сделал. Медивак-то один сбил, но дальше что, что дальше некуда совпадение идет. Хотя не гвардин шил проблем. Переблинк поближе. Нексус не выживает. Блин, ну печально. Здесь вроде как бы Стрэндж здесь и принимает, но немножечко не хватает. Обсервер далеко. Надо вот здесь его где-то раскладывать по ходу дела, чтобы стабильно он встречал. Да, если на бустах отсюда врываться будет, он ну поздно информацию выдавать будет. То есть вроде как у Стрэндж хотел, чтобы он получше был разложен, а в итоге видите, как получается. Так, зилки и призмы полетело. Давно пора бы. Элайф вообще дома, он как этим. Ну, посмотрите. Ничего дома нет. Ноль ровно юнитов. Идти туда зайти, просто варпануть зилков 8 штук плюс 4. Тут 12 зилков, сразу две базы ликвидируют вообще. Он сюда прилетел, варпанул сюда, часть сюда. Все, как бы. Либо прирост убивать, не знаю. Ну, Элайфу придется отступать в любом случае на такую тему. 151-109, но здесь, похоже, Стрэндж уже, если и прилетит туда зилотами, это будет слишком поздно, а Элайва слишком много, и увидите сами, что творится. Либератор убить абсолютно нечем. Ну, сталкеров проморгал в начале, конечно, Стрэндж, и это печально было. Так, 4 зилка, идут вперед, куда они на муви идут. Дает. Можно было Марика разобрать клан. Ну, он и так разберет, конечно, клан. Причем у них 1-1 на 2-2 просто. Ну, зилоты падают. Короче, тем ГГ от Стрэнджа 1-0 Alive. Сейчас разыграется, надеюсь, Стрэндж получится играть. Но это самый опасный оппонент, который есть с другой стороны, как бы, да? У Стрэнджа. А надо хотя бы в топ-3 попасть, так что, я думаю, вполне по силам ему это сделать. Чайку заливаю. Тиммейт, а не, не тиммейт.
Здорово, Акирыч, здорово всем. Ну что, вторая игра у нас, Стрэндж против... Так, рекламки. Ну, Стрэндж против, вы поняли, кого против? Элайва. Дальше будут еще матчи. У нас Бо-2 здесь. И вот тут Стрэндж решил увидеть, что предпринять. Прокси Старгейт. Ну, у Лайва Рипер строится. То есть Сталкера желательно бустануть тоже будет, потому что иначе печально. Рипера желательно на мейн не пускать. Почему? Потому что... Он поймет сразу же, конечно, лайф, что что-то Стрэндж мутит, потому что Нексуса нет. Но если он залетит на мейн, он увидит отсутствие здания еще и здесь, каких-то там агрессивных Старгейтов, Твайлайтов и тому подобное, и Роба нет. Ну, то есть, понятно, что просто где-то что-то сныкал. Сталкером вперед Стрэндж выходит, он стоит. Оп. Два удара по Риперу сделал, все, прогнал его. Будет и лайф обыскивать низ. А ведь он даже не увидел, что у Стрэнджа Нексуса нету, кстати говоря, сейчас. Но у Стрэнджа Нексус будет поздний такой. То есть, ну как поздний, после двух сталкеров заказан этот Оракул. Здесь 20 клона делают. Не, ну 20 клона отгонят Оракула при необходимости. Но если они уедут тогда, когда Оракул прилетит, то это будет печаль тогда. Пробкой Стрэндж разведывает. Сейчас станет понятно, что он где-то на карте сныкана была пробка-то эта. Надо Стрэндж сюда вообще идти. Оракул полетел. Да, склоны через 2 секунды выйдут. Где они будут находиться? Они вперед уходят. Вот и Лайф уехал двумя склонами. Значит, несколько рабочих он стопудово здесь потеряет. Ну а что Стрэндж делает-то? А чё он боится мейн-то харас? Полетел, два рабочих подрезал. Кто вообще сейчас минки делает? Сейчас... Не, ну делают иногда, но залетать не надо бояться туда, на самом деле. И... Как мне кажется. И Оракул теперь не с двух ударов, с трех убивает рабочих. То есть рано минеральная линия гораздо более безопасно себя чувствует. О, Рипер. Оп, заметил Стрэндж. Ну, с Рипера также с трех ударов, как и раньше, убивает Оракул. Пилончик на третий, видим. И Лайф циклонами тут обыскивает, я, по-моему, здесь, все. Опа. Среди теней. Хорошо зашло тут. Дамага. Пошел гейт, да, посмотрите. Здесь два гейта есть дома. Стрэндж еще добавляет. Тут Элайф нашел прокси Старгейт. Может, это его немножечко успокоит, потому что он здесь пилон Стрэнджа выбил, например. И Стрэнджа получится нормально за блинк пушить. Ну, гейтов пока три всего, как бы, вот сейчас. Кстати, Стрэнджу нет ресурсов, не хватает очень сильно. Надо варпануть бы сталкеров еще попробовать, но... Интересно, Оракул летает все. Разведывать пытается Стрэндж. Пошел варп уже сверху. Надо быстрее сталкером идти. И блинк будет готов. Надо блинкаться вперед. Обязательно надо блинкаться вперед. Опа. Проезжают циклончики мимо. А не опасно ли здесь так делает Тейлайт? Циклончиками своими. Стрэндж выпиливает на халяву. Два циклона практически без потерь. Ну вообще ничего не потерял. Да, здесь еще и сталкеры с мейна пришли. Циклонов минус, в расход пустил. Надо ли так на Мариков было залезать сейчас, прям, не знаю, блин, пушим своим.
Да, варп еще идет, сталкеров все больше и больше. Можно бункер попытаться Стрэнджу пробить. Здесь такой прям гигантский, блин. Все, бункер упал. Лайва, блин. Ой, Стим, куда Стрэндж 7? Это сразу так заблинкнулся, ё-моё. Аккуратнее надо блинкаться-то так. Семи прям взял и назад блинканулся. Не, ну так-то нельзя. Медиваки уже первые вылетели. У Лайва такой идеальный под блинкуш. Билд, кстати, был сыгран. То есть у него стимленные юниты плюс медиваки, плюс сейчас танкует. О, не похоже, что Стрэнджу здесь не продавить. У меня такое ощущение возникает уже. Подавился. Так, 67-77. Стрэндж продолжает пушить, а действию сильнее и сильнее. Танк есть. Чё-то здесь рабочими тупит. С моей на вторую перевел. Тут Стрэндж прекрасно видит ситуацию. Решил чар заказать, понял, что все плохо. Но тут три пилона, минус гейт. Ой, не-не-не. Это 2-0 лайф, скорее всего, ребят. Я не вижу здесь, как Стрэндж выиграть, на самом деле. Потому что... Ну, плохо, плохо. Вот случайно ты сейчас позбивал бы медивака 3 на халяву, то да. Даже здесь вот Стрэндж не нанесет урона гигантского. Потому что два танка сюда блинкнулся агрессивно. Пока мародера Мариков убивают сталкера, они сейчас медленно перезаряжаются. Танками лайк попукусит, они все расщелкаются. А здесь дроп прилетел, все, ребят. Так, далее Стрэндж против Тру будет играть. Он в игре, я еще так понимаю. Ну и мы ждем. Ну, я не буду никуда сейчас спешить, ребят. Жду Тру. Я думаю, что со Старкиллером он быстро достаточно сыграет. Вот.
Где у меня линк на Алималигу? А, да, на Алималигу. Чатики не поменял. Сейчас, ребят, позвоню быстро, пока пауза. Друганул. Вот, всех приветствую еще раз, ребят. Вечер у нас, Стрэндж играет, все замечательно. Помните про отблоки, поддерживайте меня, мой канал. Сейчас Тру придет, а вот Тру пришел, сейчас как раз я буду прыгать в игру. И пока они почеркают там все дела, сейчас позвоню. Так, ну все, ребят, я знаю, сейчас начнется. По идее, Strange True должно сейчас быть.
Так. Так, ну пока займусь-то вот. Скиваса тогда, может, заплачу за инет, пока время есть, чтобы потом не париться. Тут придется ждать, ребят, здесь не рестрим, здесь из игры, здесь как бы пара одна пока не доиграли, оппонент может где-то быть, хотя Тру здесь сидит, но почему-то он Стрэнджу не отвечает, возможно, ждут стрима основного вообще. За инет 53 осталось, ребят. Оплатите, все будет ништячочек. Лучше, чтобы заранее было оплачено, потому что хоп, и не надо ничего денег тратить, как бы, а так, опа, когда приходит, надо платить, а там тебя нет на электронных, ты куда-нибудь вывел, там что-нибудь просрал. Это не очень расклад. А так уже за Новый год все перевалит и будет хорошо. Блин, уже декабрь, ребята, уже Новый год, блин, через 20 дней с лишним будет. Я буду стримить чисто матчи Стрэнджа, потому что иначе я пропущу их. Вот. Дальше Стрэндж Тру будет, но нужно подождать немножко. Так, чалик потрепал немножечко.
Так, Strange True писал, оказалось. True Strange писал, а Strange чуть не видел. Хотя не блокировал его вообще. Телеста поддержал ваш канал на 100 рублей и сообщает, ну чего там? Ну что там, вот матч начался, через 12 секунд у вас будет. От того момента, как я здесь говорю, но будет-то сразу в прямом эфире, получается, увидите. Спасибо всем еще раз за поддержку, ребят, ждем продолжения. Мы... Спасибо всем за поддержку еще раз, братва. В любом случае, я постараюсь такие турики, где наши, где наши играют, и где я в игру могу попасть, стримить из игры вообще. Постараюсь стримить всех. Не знаю, сколько этот турнир займет времени, но тут каждый с каждым, типа, система получается у нас. Стрэнджу, то есть, нужно сыграть с True, Стрэнджу нужно сыграл уже с Алайвом, Стрэнджу нужно играть с Старкиллером, Стрэнджу нужно играть с Канином, кстати, его, похоже, нет, его кто-то заменяет, и с Чамом. В принципе, если он помимо корейцев трех выиграет других игроков, то он выйдет, в топ-3 попасть должен. Но выиграет или нет, это другой вопрос. Алайву уже Стрэндж проиграл, сейчас посмотрим, как с True отыграет он. Пилон Гейт Гаснек с кибернетчика, у Стрэнджа все в застройке, снизу, соответственно, все стандартно здесь делается. Кибернетка вплотную, и здесь здание, а здесь проход будет. Ну так вот, да, здесь еще здание нет. Да, нормальная стенка, нормальная. Как по мне, неплохая. Тру это сверхагрессивный зерк, корейский вариант Блая, как кто-то говорил, типа инконтрол, что ли. Вот, ну то есть Тру любит. Прибежать, с горы залить и какой-нибудь там устроить, еще что-нибудь сделать, не знаю. Через сталкера Стрэндж начинает, третий Никс контролит. Овер влетает, кстати, сюда. Сталкер выходит, сразу бомбить начинает, Тру на горку пошел. Может, надо было убежать, потом выбежать дальше, ему дать пролететь, не знаю даже, что нужно было сделать Стрэнджу. Если вперед пойдет, случайно может найти другого овера, этого-то уже не обнаружить никак, дурачка. Это сныкался. Устроимся, пробка какие-то тут подбинжены.
возвращается пробка, которую третий Никс наблюдала. Вот женщина заметил. Плюс 2 гейта заказано. Все, стеночка готова. Варп почти готов. Также почти готов Старгейт. А Тру играл через скорость Эверам, кстати говоря. Ну, Стрэнджа Сталкер бы патрулировать. Ну, кстати, он долго на патруле. Вот этого надо не отпускать. Пусть он Старгейт спалит, но его надо убить. Блин, тут есть куда сныкаться, говнючку-то. Надо контролировать до конца, но что это такое? Ну, Стрэнджа, ну, ё-моё. Овер сниклся, нахрена. Не доконтролил, непонятно. Просто иди через подкачивай, стреляй по чуть-чуть. И там, ну, сейчас сталкер, тем более, ну, пока идет, можно успеть тут где что-то направить, потом сюда вернуться, опять выстрел сделать. Просто на муви надо идти, чтобы он не отставал, а то овера вообще никак. Здесь без порок Тру, королева везде. Опа, плетка пошла, интересно. Ну, Стрэндж дает. Ну, в итоге я спорку отменил и рабочего потерял Тру. Ну, два рабочих Стрэндж выжег. Личинку, спорку отменил, может еще одну отменит. Да, похоже, что он может отменить еще одну. Ну, нормально заставил тут Труку заказывать 300. 200 убило, 2 рабочих овера, 72 на отменах еще потерялось минерала. Ну и Фениксом начинает шатать овера, овер сейчас упадет. Здесь батарейка на третий, адепт стоят. Ну, батарейку лучше сюда ставить, а адепт сюда. Почему же здесь она может минеральной добыче мешать, например, в этой ситуации. У Тру что-то прям собак 20 штук с лишним строится, делает слэр, наверное, подпушить хочет, возможно. Немножечко Стрэнджа. Это я с иллюзиями обвел. Не столько много адептов, на самом деле 9 их штук. Ну, Тру готовится к выходу адептов, я так понимаю, и он может план принять их. Это проблема для Стрэнджа. Он видит, что собак просто там немерено вообще. Ни в коем случае сюда врываться не надо, надо к Силнаге встать. С Оракулом собак без прикрытия королев Стрэндж отгонит. Ну, сюда, прям где королева, вообще не надо ломиться. Тем более утру... А, не, Бейлинг у нас-то нет утру. Но на самом деле, вот против таких зергов, которые такую хренотень делают, адептов просто еще сделать побольше, как бы, и... Штук 16. И можно пробить, попробовать. Ну, не 70 собак, конечно. Это запоздалый Беллинг-бас, что ли, от Тру, я не понимаю. Что он тут делает? Дома батарейку Стрэндж не ставит зря на второй базе, как мне кажется. Здесь стеночка на третьей появляется. Оракул вернулся. Вот и удобно, Стрэндж не хватило. Сентри перед адептами в танковую в итоге. Но зато смотрите, как зажал Тру юнитов Стрэндж здесь вообще в хлам. Собаки просто разваливаются все. Раз Стрэндж Сентрей потерял немедленно. Всех Сентрей отдал. Если б не погибшие Сентрей, все было бы хорошо. Но сейчас Стрэндж Сентрей отдал, и Сентрей 7 штук. И в итоге с чем ему выходить вперед, я не понимаю. Без его микса он к филдам очень-очень зависим от филдов, он очень. И гвардианов, а Стрэндж взял сопросов. Ну, идет на золото в итоге. Стрэндж к Силнагу контролит Фениксом. Видел, что золото там есть утру? Не уверен я, что Стрэндж видел золото. Но зато до варпа идут у Стрэнджа. И вот он через Силнагу проходит, которую утру вообще не контролит никак. А здесь забегания какие-то планируют, у меня такое ощущение складывается. Видит Тру, что Стрэндж пришел? Да, сейчас утру видит, что Стрэндж пришел. Видит Стрэндж, что золото на ХГ там утру готово уже. Три филда пошло. Четыре адеп сверху, остальные снизу все. Собак разваливают, сверху там разваливают. Бейлинги заказаны. Парочку адеп на вторую повел уже, да? Или нет? Да, повел кто-то там пару адеп.
Несколько штук телепортнул, несколько штук здесь оставил. Филды новенькие ставятся. На утру на минеральной линии на золоте проблема. На второй базе на халде бы АДФ поставить не помешал. Оракул очень сильно помогает здесь в этом туше. Собак, конечно, просто немерено. Но на второй рабочие падают. Сейчас еще на мейн Стрэндж залетит. А на мейне там вообще нечем прикрывать рабочих. Еще бы Стрэндж вылетал бы. Ну, тыкнет и минеральную линию, блин. Ну, там и склики какие-то непонятные. 113-78. Похоже, карту первую Стрэндж возьмет сейчас у корейца. Американского корейца. Стоит добавить. Нет никаких контрдропов бейнов на мейн, нет ничего, чем Тру мог бы сейчас Стрэндж прям взять и убить. Точнее, не убить, а восстановить хотя бы тут равновесие в экономике, я не знаю. 4 адепта золота продолжают катать. Еще 3 рабочих Стрэндж убил. Одного адепта не смог забрать, правда, это 3 вроде. Контролил. Так, еще несколько собак Стрэндж крутыми филдами подрезал. Молодец, филды ставят по уму. Пытается, старается. Ну и колоссы делаются. С роботикс, правда, один. Колоссы плюс блинк. Почему плюс 2 Стрэндж не делает, для меня это загадка. Очень нужны ему брейды сейчас, по-моему. Так, ну тру 27 рабочих, и это печаль, потому что Стрэнджа 70, просто 4 на трех базах, у него 4-го никуда нету, только он пытается 4-й занять, сейчас очень сильно пытается. Добавляются сталкера. С интрига как-то маловато Стрэндж, по-моему, варпит, он обычно как раз да больше варпит с интриги. На мейне 4 адепта шаталити в минеральной линии устраивают. Ну, собаки Тру с двумя когтями неплохо здесь все отгоняют. Колосс готов второй? Нет, колосс второй не готов. Стрэндж его не бустит. Я не знаю, что он вообще бустит. Бустит ли он что-нибудь? Какая-то странная стазисная ловушка на одну королеву была сделана, но так, на золото пришел Стрэндж, на мейн пришел Стрэндж, собаки на золото побежали, а здесь на мейне просто проблематичные какие-то дела. Ну, Стрэндж на муви бы еще не ходил бы, было бы хорошо, но он ходит на муви, еще-то развалился, колоссы развалились, все развалилось. Телепортировать пытается все, что есть здесь. Колосс ушел. Ну, 60 лимита на 130. Стрэндж сак Тру загнобил, что у него вообще экономики нет. У него лимита вообще нет даже. Контратака Тру идет на Стрэнджа 6 часов. У него лимит боевой такой немаленький. Здесь колосс. ГГ. 1-0 Стрэндж. Молодец. Надо брать карту у корейцев, конечно, чтобы проходить. Желательно вообще бы выйти в экс какого-нибудь первого места. Ну, с первого тяжело будет, а Лайо проиграл уже.
Так, СБО-2 у нас, ребят, здесь True проигрывает 0-1. Strange выигрывает. Молодец. Strange говорили, у него хорошая ММР сейчас вообще. Вот. Так, ребят, все, сейчас посмотрел там сетку. Семнадцатая хата, газпул, ребят, утру. Стрэндж разведал, пробку сныкал на всякий случай. Чтоб потом попытаться что-то срезать, возможно. Кстати, здесь как здание ставить, надо вот так вот, наверное, его ставить. Я так понимаю, чтобы закрылось нормально. Играет Twilight. В прошлый раз в Стрэндж играл, я так в Старгейт. Более стандартный раз Twilight играет. Проверил третью спалил. И поехал домой минералы сдавать, нафиг пробку тратить. А не, вот как Стрэндж поставил. Причем робу он ставит. Twilight Robo, это значит Dark Shrine будет. Dark Harass. Два гейта, ну да, сейчас призму заказано будет, плюс три гейта, 4 гейта, харас с архоном. Ты не знаю, почему Стрэндж, АПМ есть, все есть, контроль-то вот так вот, не беги ты через... Вот это что за контроль-то сталкеров такой? Ай-яй-яй, не надо так контролить, надо таких оверов сбивать просто. Сразу как кайтить начал, поверьте мне. Когда ты зеркаль летишь, и ты видишь, что сталкера просто идеально контролит, здесь кайтит, понимает, что овер потерян будет, у него уже минус мораль небольшая получается. Даже несмотря на то, что он разведывает. Подумает, блин, разведал я дальше, что овер-то потерян. Пацан-то контролит. Ничего не сделать вообще. Так, гиты открываются, плюс 3, как раз Даркшайн подъехал. Ну все еще 4 дарка, а вот у лейера-то есть, нету лейера. Если Стрэндж на мужика сейчас зайдет, это минус третья хата будет просто. Главное архонов не сливать прямо здесь. Пошел. Пощель. Стрэндж идет, все, спорки нет, ни хрена нет, круток ставит. До одного дарка на спорку просто прислать и все. Охота за королевой идет. Королеву Стрэндж убивает. Спорку Тру решил сменить, нафиг ему спорка. Можно было не брудлингов бить, а, например, вот эту хреновину, да. Собак еще двух затоптал, Стрэндж здесь. Делается чаш. Ну и туда. Сразу видно, что просто имба, как бы. Аж от первого дропа не отбиться Тру. Тут, блин, все понятно, что как бы с этой расой играть невозможно. Так, собаки побежали. Зря Стрэндж не ставит здесь батарейку. Надо поставить батарейку. Надо сюда юнитов было рпануть ему еще. Есть архоны. Архонами надо харасить. Да, батарейку сделал. Молодец. Лети спокойно. Харась архонами. А, у Стрэнджа еще 3 дарка здесь добавляет. Тю, 3 только. Ресурсов не хватило. Или чего ему там не хватило, я даже не знаю. Так, прилетает архон. Здесь 3 королевы. Не-не-не. Не надо дамажить архонов так жестко.
Тем более кушать Стрэндж собрался. Еще одного до аркада, 7 зелков сейчас ворпануть просто, и вообще прекрасно все будет. Гейты вон открылись. Можно варпить, варпить, еще раз варпить. Лимит очень близок. Сейчас зайдут из зелки все вперед. Бейлингов утру нет вообще ни одного. Да тут и не бейлинги даже должны решать. Здесь, посмотрите, 5 архонов. Здесь бейлинги даже и не зарешали бы, скорее всего. Идет Стрэндж наламывать с натру. Ну, как-то Стрэндж не спешит, а зря. Может быть, пару филдов здесь, я не знаю, пару сентрей ворпануть надо бы Стрэнджу было бы. Вот Уверсира можно сбить сразу, тру лишится обороны от дарков, например. Можно дарка будет бой подваркать одного и все. Куда основная армия? Это ушла, я чуть не понимаю. В смысле, основная армия зелков, я имею в виду. За собаками Стрэндж погнал, Уверсира сбрил. По лимиту уже в плюсе в абсолютном. Чего Стрэндж ходит-то взад-вперед, я не понимаю. Куда он? Вот это что происходит вообще? Куда он побежал-то? А что Стрэндж делает? Не можешь что-нибудь объяснить вообще? 3 сентри, 5 зилота. Ну так вот и добивай сразу. Ты что ты тупо резишь, блин? На третью зашел, третью минуснул. Тут-то толку вообще, что здесь Тру делает вообще. Неважно, что он там делает. Архоны регенятся, регенятся. Архонов куда-нибудь назад за армию свою просто взял и все. Лимита больше, чем у Тру. Всего тут больше. Так, овера минуснул, отступил. Обсервера ведет. А, Робобей дома. Решил надежно в колоссов сыграть. Ну, на самом деле, добивать можно вообще. Стрэндж играет так же, как и на ладере. А как? А зачем тогда играть на ладере, если ты потом будешь играть не так, как на ладере вообще? Зачем ты оттрениться? Играть в турнирах вообще. Поэтому, блин, и баркодами играют люди, и там, чтобы под них не подстраивались, там ничего не делали, там так. Так, колоссы там утру пошли. Ну, а сейчас Зерга оставить так вот, и он выйдет в люру, и на самом деле сейчас в новом старике этого люра решает в новом патче, жесть как. Да она и в старом решала, просто Зерги не делали. Призмы, Стрэндж залетает, Тру заметил, да, заметил Тру. Для варп еще зилков идет. Сколько их тут? 9 штук. Принимает Стрэндж бой. Отдал 4 зилота, короче, 4 улетело. Или даже не 4, 5 отдал, 9 было, 4 улетело. Третий никс почти готов. 51 пробка, 47 дронов у Тру. Стационарная оборона особо у Стрэнджа нет. Наконец хоть атаку закал будет бустить вообще. Так, с мейна со всех баз на третью рабочие пошли, переводятся. Здесь что вот это вот? А, что-то вокруг газа тупят, они ездят, не знаю почему. Ну так получилось, как бы, что потупили. Здесь везде тут Стрэндж отгоняет, оверсира всяких там на сталкер вот приманил. Труза контроля вылетел. Сейчас гидра, ой, сейчас люра будет, тут она уже есть, 5 люркеров вообще. Так, ну вот Тру, посмотрите, 168 лимита, у Стрэнджа 162, у Тру уже 2 атаки, блин, есть. У Тру люра, тут все дела. Так, у Стрэнджа есть у тебя обсервер? Да нет, конечно, у него никакого обсервера здесь. Почему, конечно, почему его нет, не пойму. Ну, гидры часть жёг, Стрэндж, где опс-то вообще? Вот он прилетает, наконец-то обсервер.
Ну, трубой дальше идти, конечно, что ему сидеть-то? Смотреть на все это дело. Пошла атака. Гидру часть зажал, Стрэндж. Флюру грызлись архоны. Колосса издалека жарят. Диопс-то висит, я вообще не помню. Вот он висит. А, разложил Стрэндж овца. Ну, пробил здесь, в общем-то. То есть, и нужно было этого ждать, чтобы здесь зерго убить так, а не дома там. Ну, не знаю, четвертая некс уставится. Стрэндж считает, что это было надежнее. Я думаю, что это примерно одно и то же было. То есть, и видно, что там одна гидролинги были, когда пушил, и что можно убить, как бы убить. Уже без бейнов там был. Дестабилизатор. Все по-разному играют. Есть Титан серьезно настроен, на что ждем его на турнирах, вот он там и покажет, как, что там надо делать. А это непросто. Так, 48-65, 146, это очень пассивный стиль Стрэндж избрал, конечно. Нексус 4 готов. Там опять Люра, Стрэндж и по 2 Иммортла строятся, 2 роба, архивы темпларов есть, все есть, как бы. Ну, в общем-то, сидит Стрэндж и не спешит вперед идти. Меня это беспокоит очень сильно, потому что здесь можно сталкера забрать, просто раз, два, три пилона поставил, чтобы там вижен был по одну фотонку дома, например. Так, разводки от Стрэнджа пошли. И выход одновременно, но здесь выход не на призму, а так, да? Собачку спалил. На четвертой базе 4 люркера, здесь без шансов Зилла там что-либо сделать. Третью атаку Стрэндж заказал. Можно походить при необходимости домой телепортнуться, можно не ходить. Можно, блин, прийти, там, не знаю, здесь Зиллы зашли, ничего не сделали. Призма летит в третьей базе, Стрэндж Давар делает такой хороший. Тру выпиливает призму очень быстро, но гидра под вилками здесь падает. А Стрэндж приходит на вторую базу. Камни бы как бы не завалить на себя бы здесь. Ну тут уже Стрэндж добивалити идет делать какое-то там полное. Здесь зилы на люре отдали, смысла не было там особо бегать. О, люра пришла на муве слилась. Стрэнджа штормы просто идут. А обсервера есть, что Стрэндж боится-то, овца? Подведи под люркеров просто и все. ГГ 2-0. Стрэндж что-то вообще в тру вообще как бы вынес. Не знаю, почему так, но это хороший результат, хороший момент. Стрэндж против Старкиллера будет. Здесь он Старкиллер. Thank you.
Так, Стрэндж Чан только последний будут они стримить. Так, ну дальше Старкиллер, Стрэндж, ну Канин. Так, ну что, ребят?
Ну что, ребят, посмотрим пока другой матч, пока Стрэндж не играет. Старкиллер против Канина. Канин может играть мех на самом деле. Не знаю, насколько быстро он будет и может сыграть. Но у Стрэнджа остается еще, соответственно, 3 матча против Канина, Старкиллера и Чама. Чама будет стримить и на главном стриме, поэтому придется Стрэнджу ждать, как ни крути. Вот, ну ждем, в общем-то. Так, Старкиллер 2 лингами в ответку забежал в итоге. Рипер вернулся, минус 0 лингов. 2 штучки, ребят. Здесь 2 базы у Зерга, 3 пока нету. Троучу урон вижу, пошел. Для надежности, похоже. А от Канина как будто колбат-пуш какой-то будет. Привет, Альми давно у меня уже. Несколько месяцев. Не комп. Проц, системный. А, этот, мамка, проц. Память новая. Кулер. Вот. Получается, и... Как-то так. Поэтому да, 60 FPS. Из игры сейчас качество должно быть прекрасным, да? Исходным. На good геймплеере. На Твиче не знаю, там урезается что-то или нет. Сейчас что-то может и урезается даже. Так, вторая факта, естественно, реакция. Плюс один делается, гелики, циклоны. Чё себе у Зерга стратегия, блин. 1-1 грейды, с 2 эволюшнов, с 2 баз, 3 вообще не ставит хаты. Роучем скорость уже выдает. Ну, такого Зерга циклона в хлам вынесу, скорее всего. Так, Бу-2 у нас, помните об этом? Я просто Бу-1 ставлю, потому что, ну, Бу-1 как бы, типа, на данный матч, как бы... Ну, потому что иначе надо убирать и как бы счет там пририсовывать. Это, блин, постоянно забываешь делать. Вот. Опа, приезжает сюда Канин. Видишь, здесь рвущий копится. Видишь, третья база. А, вот она, третья заказана. Уже по 4 циклона строится. Один где-то есть на мэне. Да, скоро сейчас их 5 штучек станет. И, поверь, 5 циклонов это сила уже на такой стадии. С плюс 1-то тем более. То есть... Можно до брони роуча успеть прийти и навыпиливать неплохо там. Вот сейчас, кстати, Канин куда-то собрался. Куда он? А, это пуш прям у Лыновой. Циклоны гелики. Циклоны прям с рабочими будут, чтобы чинить их. Можно было. Геликов надо увести, на самом деле, отсюда. Не надо их отдавать. Зачем их отдавать? Циклончиком приехал спокойно.
Роучем скорость, кстати, доделалась. Канин идет к Зергу, Зерг идет к Канину. Вот Роуч пришел, огреб сейчас моментально. Просто надо сюда сканить и... Так, копается Эминка. Сзади Роуч пришли, Канин. Вместо Роуча что-то с этими бьется. Роуч Ворон, но зато в итоге минус Роуч Ворон, минус королевы. Циклоны вычиниваются. Здесь циклон один раз заблудился, что-то там каниновский. Вот Роуч приходит. Надо биться, да, циклоны неплохо ДПСят, хелбаты танкуют. Циклонов Канин чинит, которые дэмэджатся. По потерям вы видите, это 1-0 в пользу Канина, что-то наильчик. Ну, Старкиллер, наверное, самый слабенький. Хотя я не уверен в этом. Я в этом не уверен, но он уже, кстати, второй турнир здесь играет. Откуда-то с американского сервера отборочный проходит, или не знаю, откуда он сюда попадает, ребят. Ну, откуда попадает. Прыгаю в игру. Ну что, ребята, вторая карта, и Канин решил, что надо 2-0 выигрывать. И надо это делать как можно быстрее, поэтому здесь три барака сверху. Это не просто три барака, это три барака Марики вообще. Это три барака Марики. Ну и Зерк мимо летит, в разведку рабочим не идет, ему крайне сложно будет отбиться здесь. Крайне сложно. Посмотрим там, что к чему будет. Так, ну Стрэндж ждет как раз таки оппонента. Старкиллер, по идее, против него следующий должен быть. Канин чуть позже будет, в общем, тут против Стрэнджа. И в конце, в самом чам,
Ну, я думаю, Старкиллер для Стрэнджа это легкая добыча. Вот Канин, как и другие, это вопрос. Здесь минус овер прям на мую сейчас будет, смотрите. Марики находит его. Старкиллер пока не понимает, не понимал, что происходит. Теперь он понимает, но уже поздновато, учитывая, что, ребят, по 4 Марика строится. Это жесть, сколько много. И их сейчас все больше и больше становится. Еще и рабочие здесь затанчили, пришли просто. Собаки выходят, здесь минус рабочий. Да я думаю, что даже не надо хату эту тут что-то с ней делать. Надо просто на мейн заходить и убивать Старкиллера. Блок, то есть рабочий, королев этих, катить рабочих. Ковер вылетел халявный, может забрать. Сузерга и лимита-то надо, ну, особо нет какого-то. Второго расстройства. Три роуча заказано. Это они что не сделают. Рабочий когда что он делает? Ну ты подерись или что-нибудь. Ну, он хочет роучи дождаться, похоже. А роучи, ну, их не дождаться уже. Марики на мейн еще поднимают. Сколько здесь? Блин, здесь уже 17 маринов. Роуч залпу погибает почти. ГГНчик, ребят. Киллера прибомбило немножечко. Так, отписываю Стрэндж, чтобы Старкиллеру написал. Сейчас напишет он. А вот, отлично, сразу Strange Starkiller начинаем мы далее. Да, Канин Чизерог еще тот, ребята. Теперь Стрэндж против Старкиллера, ребята. Второй, третий матч Стрэнджа. Проиграл Элайву 0-2. Стрэндж выиграл другого корейца Тру 2-0. Ну и продолжает биться. Так, пильную рекламу, 70 минут не пилил. Помните про отблоки, ну и поддерживайте меня, мой канал, конечно, по возможности. Месяц предновогодний.
стараюсь побольше стримить, да и вообще, как бы, Новый год на носу. Вот, ну, даже не в Новом году дело, просто как бы у нас с Дашей и день рождения, там сразу все. Даша 2-го, у меня 15-го, поэтому надо поработать, сейчас будет декабрь. А в январе маленечко придется отдохнуть несколько дней, так как, ну, сами понимаете. Хоть с семьей побыть вместе. Хотя не знаю, что там будет. Посмотрим, ребят. Через два гейта Стрэндж играет. Он говорит о том, что он хочет... Что? Он хочет двумя адептами, по-моему, Старкиллера убить здесь, не? Не, нифига, Сталкер, Зилл. Что за вообще? Непонятные вещи Стрэндж делает. Ну, он увидел пул первый и испугался. Вот почему. Мне кажется, надо было просто это... Двух адептов сыграть сейчас после вот Зилка и прийти просто Старкиллеру там вырезать экономику. Я думаю, что навряд ли бы сконтролил бы там. Пробка ушла, Зилки сюда приходят. Есть Сталкер, тут овера еще за 3-9 земель, блин. Стрэндж каких-то других его построят вообще. Пробочки бустятся. Старгейт. У Стрэнджа сверхнадежно он против Старкиллера играет. С другой стороны, что ему сейчас выиграть еще и... В общем-то, ребят, Стрэнджу, если выиграть сейчас 2-0 этого Старкиллера, у него будет 4-2. Останется Канин, останется Чам, который Стрэнджу вполне по зубам. Йоуры, пачок получился прямо жесткий. Вот. Заказ на Оракул, третий гейт здесь, я не знаю. Третий Никс будет Стрэндж входить? Ну, конечно, будет, должен. Когда, просто непонятно. Старкиллер тут активно развивается. Спорки не ставят, сейчас только пошли. Ну, спорки поуспеют по таймингу, все он делает нормально. Только ставят он как-то их странно ставил, вот в одной базе. Зачем так вообще их ставить? Хотя, с другой стороны... Греф поддержал ваш канал на 100 рублей. Вообще. Так, нет, кликать по рекламе нет никакого смысла. Надо дождать, пока пройдет, закрыть. Спасибо, Грефчик. Спасибо всем, пацаны. Так, Роуч Ворон пошел. Оракул Стрэндж прилетает. Что здесь он подрежет? Ответ ничего. Потому что здесь и королева начала стрелять, и спорка там есть. Но одного дрона подрезал ценой, блин, ХП Оракула вообще высокой ценой, в общем-то. Надо варпать адептов сейчас и в итоге, короче, идти пушить немножечко Старкиллера. А у него, кстати, роуч пуш, по-моему, какой-то планируется, не? А, здесь лейер роуч. Ну, кстати, так-то сейчас Старкиллер все норм делает. Сейчас роучем скорость закатить, адептов флам отобьет вообще. Летает у Стрэндж, оверов гоняет. Оракул на мейне, не знаю, стазис может сюда поставить, в конце концов, что-нибудь сделать. Вот Феникс можно, который, оверчинник, которого Феникс точно может убить. Руба пошло у Стрэндж, в общем, на третьей базе, блин. Там 12 роучей, у Старкиллера и 8 есть, ребят. Очень опасная для Стрэнджа ситуация. Выиграть Тру 2-0 и проиграть Старкиллеру, которого просто Канин вынес сейчас только что на помойку 2-0. Так, адепты на вторую заходят. Здесь роучи везде. Сейчас Стрэндж поймет, что это агрессивный пуш. И я думаю, что ему надо предельно аккуратно быть. Он, да, понимает, он грелку уже даже заказывает, чтобы просто-напросто здесь отбиться нормально. Герман Греф? Навряд. Герман Греф. За мобильный банк мне украл недавно 60 рублей. Thank you.
Так, грелочка сейчас будет готова одна, на всякий случай, Стрэнджу. 10 роучей все было. Куда тут? 27 роучей у Зерга есть, а он что-то ждет, стоит. Вот он дождался сейчас, что Стрэндж и грелку, и Мортла подстроил. И сейчас тут и батарейки можно добавить, ну, куда-нибудь сюда, например. Фаржа есть, можно фотоночку, он на вторую фотонку батарейку сюда впилил, и она будет стрелять уже там сюда, если варпить роучи, до нее не доплюнут, то фотонки рейнджа хватит. Ну и плюс 7 гитов Стрэндж делает. Сколько у него сейчас вообще? А, у него 3, плюс 7, 10 будет. Ну, а почему бы и нет? Роуч вперед, погодите, а... О, так он скорость отменил роучем, или он не заказал? Почему она такая поздняя? Кто-нибудь видит вообще? Видел, что произошло? Почему так со скоростью такая история произошла? Я не понял. Стазисные ловушки здесь. Приходит Старкиллер, бах, взорвались. Стазис... Билды пошли, грелка выжаривает, дэмэдж хороший вносит. Гейты открываются. Иммортал третий сейчас будет. Ну, 181 на 120. Ребят, что-то по лимиту прям какая-то жесть вообще здесь. Не в пользу Стрэнджа, а абсолютно лимит здесь. Зилги варпятся. Иммортлы под ударом оказываются. Хватит ли иммортлов? Мне еще такое ощущение, что здесь ничего Стрэнджу не хватит. Это шутка вообще или нет? Вынести тру 2-0 и просто Старкиллеру, мертвецу проиграть сейчас. Отдать карту зачем? Ну еще пока Стрэндж еще до конца не отдал, потому что даже, вот реально я смотрю на это, мне кажется, даже из этой ситуации можно выиграть, но... Здесь столько было всего, просто строй ты фотонки, батарейки, стенки, там, я не знаю, все, что угодно. Сентрей побольше, чтобы филда не 3 было там, а... Ну не 30, конечно, как-то так. И роботикса нету, Стрэндж теперь. Вот Старкиллер, блин, когда ему дали шанс, он тут пробивает филды. Да, почему Стрэндж грелку не хочет добавить еще? Она в ДПС вносила нормальная была. Гвардиан, филды здесь даже не гвардиан, здесь филды нужны. Варп медленный. Короче, ребят, Стрэндж пытается сопротивляться, там гидроден. Не, это ГГНчик, похоже. Как тут так Стрэндж умудрился сыграть, вообще не пойму. 104 гита осталось, в принципе. Стрэндж еле-еле, но даже отбился. У него тут 2 иммортла делают. Ну, экономика печаль, против гидры особо ловить нечего, здесь гидры много будет сразу заказано, здесь 4-е золото. Печаль какая-то вообще. Стрэндж отбился 58 лит на 115, да ну, там 14 гидрается, 15. Если бы было посильнее экономик, хотя бы двухбазовая полностью, не 30, а 50 рабочих там. Ну или 45 хотя бы было бы. Можно было бы, я не знаю, робо-б и колоссов двух роб начать делать, может что-то получили бы. Но не так сейчас вообще у Стрэнджа. Вот, рачи его вперед. Стрэндж боится, два филда сразу ставят. Не гидра вперед, туда пришла вперед гидра, 18 есть, 10 строится. Стрэндж пишет ГГ, просто отдал карту. Ну это не нужно было Стрэнджу делать, но в любом случае ему надо сейчас брать здесь карту и дальше нормально играть, и он выйдет спокойно дальше. Но то, что сейчас произошло, я просто поражен, если честно, как так Стрэндж умудрился развалиться, не знаю. Тру убил 2-0, а это игрок, которого все здесь уничтожают просто в клан. Стрэндж умудрился слиться.
Так, ну что же. 0-1 Стрэндж летит. Сейчас какой-нибудь еще Старкиллер тут бред придумает. Будет вообще жесть. Так, рекламку пилю. Ну что, я надеюсь, Канин там уже отыграет в это время стру. Или еще нет. Даже не знаю, отыграет ли он там стру. Но если не будет играть, сейчас пойду тогда покушать надо, потому что я только завтракал вообще. Я одну бублик один съел, пока стримил, короче, первый раз. Ну-то кушать-то хочется. Так, пилон Гигаснек с кибернетка на Блэкпинке. Карта. Стеночка снизу пошла, все стандартно. Смотреть рекламу от Веспера без цены на сторону MasterCard. На прем подписаться можно MasterCard юзануть для... Беллинг-Нес здесь у Старкиллера. Это Беллинг-Баст, ребят. Он понимает, что ему Стрэндж только какой-то темой можно хитрой выиграть. Но готов ли Стрэндж к Беллинг-Басту, вот я не могу вам сказать. Привет всем на Твиче. Да нет там у меня ботов. Сетку так. Проси у кого-нибудь или на Гудгейме, или я скинул, не знаю. Ссылки все есть, тем более. Не, если... Ну, Стрэндж пока вообще не подозревает, а вот это пуша, на самом деле, я насколько вижу. Ньюгейт пошел, надо поставить сюда адепта. Стрэндж развалится сейчас. А не, батарейку ставят. Хорошо, батарейку поставил. Надо бы что-то вперед вывести, попытаться разведать. У Стрэнджа нет никакой инфы вообще, а там о происходящем. 6 уже бейнов делается. Собак 2-4, здесь 2 адепта, все. Старгейт будет, конечно. Ну, Старгейт, Старгейт это, ребята, оракул, но успеет он вообще в бой здесь вступить? Я даже не знаю. Признаться честно, я даже не знаю. Так, пилончик еще у Стрэнджа пошел. Еще и бейлинги сейчас вместе с пилоном все взорвут. Печаль какая. Так-то здесь бы адепт взорвался. Может, полечили бы его, а так здесь проход откроется. Ой, Стрэндж на батарейку сейчас. Стенку закрывать на второй базе надо. Стрэндж, неужели таких элементарных вещей не знает? Закрывает стенку. То есть здесь улын отбиваешь и ГГ. Все, гиты открылись. Сюда варпанул 2 сентри просто. Я не знаю, сталкера какого-нибудь там. Адепта. Даже не надо, а сталкера, адепта, конечно. Так, перезарядил поля Стрэндж немножечко. Где варп-то, я не понимаю. Что Стрэндж делает? Мне кто-нибудь может объяснить? Варпа нет, ничего нет. Билд пошел на гейт, наконец-таки. Вот, спасся. А, у него газа нет, вот в чем печаль. Здесь рабочие распределяются по направлениям, по-разному. Надо новую стеночку Стрэнджу было бы сделать бы, но новой стеночки пока нет, зато есть оракул новый здесь в миксе. Продолжает Старкиллер давить. Беллинги заходят, надо как-то их филдом тормознуть, что ли, я не знаю. Пошел филд от Стрэнджа. Центриопад, сталкеров все взгрызает. Беллинги идеально просто заходят, но все равно Старкиллеру, по-моему, не хватает здесь юнитов, чтобы прям убить Стрэнджа здесь и сейчас. Оракулы жгут адски. Гейт надо закрыть. Ну все, даже в этой ситуации просто в дамках оказывается. Почему? Потому что у него есть 2 оракула, они энергию под копию полетят харасть, а здесь что? Здесь ничего нет вообще. Хоть у Стрэнджа и рабочих меньше, сейчас он подбустит все.
Ё-моё, здесь что-то все стояло. Жесть какая у Стрэнджа. Сумбур вообще. Ну все, оракулы энергию зарегенили. Там лейер пошел. Стрэнджу пора лететь в Харас и смотреть, что делает Зерк. Понимать, что там лейер у него, и подстраиваться под него. Каким образом, я не знаю. Вот, учитывая Твайлайт, ну, блинк делать долго, чаш, наверное, зелкам плюс архоны добавлять. Ну, 4 дрона Стрэнджа брал. Здесь Роуч Ворон Лэйр, Нидус какой-то намечался, или что здесь намечалось, я не знаю. Да, Нидус пошел. Ну, Старгейт есть, три гейта есть, как бы и грелку сделал, просто оракулов отвел, юнитов подваркал, там, не важно, зелков, сталкеров идеально, конечно, сталкеры дорогие, правда. Да даже зелков торм. И можно отбиваться спокойно. Не надо ни в коем случае Старкиллеру 0-2 сливать. В Бо-2, тем более. Что это Бо-2? Палил Стрэндж Нидус. Адептом Глефа. Вот он Нидус попер. Варпа я не наблюдаю. Надо все туда вести. Вместо каких-то хрен... Вот, я не понимаю, Стрэнджер, какие адепты к черту? Тебе Нидус делают с роучами, очевидно же, что с роучами. А ты делаешь адептов зачем? Гвардиан Шилд Рублен, грелок не делает, Стрэндж, ни хрена не делает. Оракулы с энергией, оракулы в бой надо бросить. Стрэндж вообще не видит, что они стоят, у него ни хрена не делают эти оракулы. Оракулы сразу слил. Неужели такой чушью выиграет сейчас Старкиллер? Я отказываюсь в это верить, просто не надо так. Да какие адепты, блин, сталкеры нужны здесь, я не знаю. Дилы и то лучше были бы, они бы убились бы в них, но они хоть дэмэдж роучем наносят. Адепты дэмэджа-то там смешно наносят врачам. Так, надо убить, да, Крестума Стрэндж убил, молодец. Продолжает биться, роуча покусит, еще одного роуча покусит. И Мортл сейчас выйдет, где он на второй базе? Устов, я так полагаю, нет. Да обойди ты Нидус выбей, пусть он... Все, Нидус Стрэндж выбивает. Но новейший Нидус пошел от Старкиллера. Все, это пришел в Мортл. Где этот Нидус что-то делает? А вон он за королевами там. Да нет, здесь Стрэндж отбил. Все-таки чудо, но отбивает. Стрэндж сразу Нидус надо отпустить, да. Саживают. ГГ, это сейчас Старкиллер. Но заставил понервничать меня лично. Стрэндж, на самом деле, запасом было. Канин здесь. Ждем Стрэнджа Канина, да? Да. Канин с кем вообще играет? А, все норм.
Ну, в итоге у Стрэнджа 3.3 статистика сейчас. Так, Алаев 1.0 ведет уже здесь. Ну и вторая карта. И Канин начинает с прокси чего-то там. А, с прокси двух бараков. Не хочет он с Алаевым сражаться прям. Даже чуть раньше у Канина здесь барак. Ну это полный улын вообще. Не знаю, почему Стрэндж там это. Может, волновался, может, что. Может, после первой игры опасался всего. Ну, уже проиграл там как-то нелепо вообще роучем. Роуч кушу стрёмно вообще. Наши КСМ атакованы. Кому навешать? Так, тут и Лайв КСМ-ку убил. У него Марик и еще один Марик строится. Здесь Рипер есть. У Канина практически отсутствуют рабочие. При этом всем он 3 взял сюда, блин. Зачем так много он брал, я еще не пойму. Так, здесь КСМ-ка будет уничтожена. Упс, КСМ-ка, Рипер Марик убил. Второй Рипер прилетает на сюда, на мейн, смотрите. Марик сейчас будет уничтожен. Гелик заказан у Лайва. Ну, кстати, пуш-то хороший такой получает. Погодите, Лайв 1-0 ведет, экс не проставил. Счет. Три Рипера здесь, а Гелик-то поможет вообще, не? Мне кажется, Гелик-то может и не помочь уже. Сейчас Рипер это регенится по чуть-чуть. Надо уйти отсюда, вон. Рипера одного дохлого увести просто, остальными бой принять. Так, еще один залетает. Куда-то летишь-то, Канин? Нельзя терять ничего вообще здесь ни в коем случае. Гелика уже 2 и 3, и циклон заказан. Идеально на сплэш Канин попал. Сейчас, конечно, просто гелионский. Гораздо лучше мог расконтролить, это факт, очевидный факт причем. Короче, потерял все, это 2-0 в пользу Элайва, ребят, Канину не хватает здесь. ГГ, Канин пишет, да, Стрэндж против Канина. Лайф и Чама 2-0. Выключай Лайф всех 2-0. Выносит пока. Стрэндж Канин и Лайф Тру. Так, Чам Старкиллер. Блин, нам еще придется последнюю пару Стрэнджа ждать долго вообще. Так, на Европу идем.
все на вот этот канал тот же. Ну что, ждем два матча у Стрэнджа остаются с Канином и с Элайвом. То есть с Чамом. Так, ну все, все готовы, поехали. Так, рекламу пильну в очередной раз. Ну, а вы помните про падежос, естественно, смотрим Стрэнджа, болеем за Стрэнджа. Пока счет 0, ну и лучше Стрэнджа выигрывать. 2-0 на самом деле, потому что если Тру сольет Элайву, то у Стрэнджа есть шанс, как бы. Нормально. Стру, скорее всего, 2-0 выиграет, а Стрэндж мог выйти спокойно со второго места, попасть на третье. Другой группы нет, надо было карту отдать этому старкиллеру мертвецу, блин. Ну да ладно. Айлайф уже чудит. Посмотрите, прокси пошел в барак. Будет Стрэндж прокси проверять, интересно. Проверяет и найдет, но не сразу. Потому что вот если бы сразу нашел, он бы смог бы кибернетку Доги и Та заказать и не париться. Ну и так, кибернет сразу пойдет. Так, кибернеточку быстрее Стрэнджа. Теперь уже Нексус нет смысла менять. Пробка не успеет КСМ-ку запилить, потому что она уже построила барак. Надо заказывать Зилота и пилон сейчас Стрэнджу обязательно. Ну, Зилот-то... Опа. А здесь супер чиз от Канина. Здесь Рипер в гаста. Опа как. Инженерку еще ставит Канин Стрэнджу. Так, Нексус Стрэндж решил отменить, говорит, нафиг не нужен. Гостятню. Опа! Да просто сейчас нужно Роба Стрэнджу и все. Не надо так Риперу было давать, конечно, на харасе. Надо инженерку сейчас выбить отсюда вон. Пилонами тут рампу блоканул, чтобы гост не прошел на халяву Стрэндж. Перезарядка, батарейка здесь делается. Канина не стал гостов добавлять. Канин у нас этот... нахрен Стрэндж все пилоны туда строил. Канин факту делает на мэне. Короче, не стал вообще гостов делать. Не знаю... Сныкать пробку, запилить здесь пилон, просто убить его нафиг. Зачем только здесь пилоны были сделаны все? У Стрэнджа робот вайлайт, все с мейна делается. Это на руку Канину, то, что сейчас Стрэндж делает. Пилонов там выше крыши больше, чем нужно, конечно же, у Стрэнджа сейчас.
Канин проверяет пробку, обнаружит сейчас, естественно. Вот он как будто знал, что она здесь стоит. Ну, ГАСТа одного все-таки построил, кстати. И домой пошел еще одну строить. То есть это ГАСТы плюс что? Плюс пока ничего, но может быть дроп ГАСТов будет. У Стрэнджа Блинк наконец-то выбил пилон. Третий Никсус будет ставить Стрэнджик? Да, ставит третий Никсус. Второй, в смысле, Никсус, я извиняюсь. А, варпануть пару сталкеров просто и нормально Рипера уже встретить, как бы со сталкером. А Обсервер можно сюда завесить. Ну, смотрите, не контролит Стрэндж, тут врыв на мейн. Рипер же живой, почему здесь ничего нет вообще? Ни пилона, вообще ничего. Ну, Канин, ну чё, Канин сам решил, что... Прикольно, батарейка. По 5 полей так чик-чик-чик-чик перезарядила. Которые на минку попали, 5 демеджа получили рабочие. В общем... Спален был Твайлайт, и Канин понимает, что теряешь Стрэнджа ждать. Здесь у нас... А, дроп двух гастов может быть сейчас неплохо, кстати. Не по земле не зашли, так дропнуться, можно подумал Канин вообще. А, три даже гаста, ничего себе. Даже три гаста здесь. Стрэндж у Канина есть. Залетает на мэн, здесь темная зона, да, ну она небольшая, но можно аккуратно сейчас на краешек дропнуться Канину и повышатывать тут попытаться. Но на мэне вот, например, опс есть, а на второй не было у Стрэнджа. Стрэндж пошел вперед сталкерами, а здесь к нему три гаста прилетели. Вот смотрите, ой, гасты как больно делают рабочим, надо их увести срочно отсюда. Гост один живой, Стрэндж что-то его не видит, походу. Здесь обсервера Канин спалил, убил. Ну вот Стрэндж невнимателен, гост на мэй не остался. А обсервера не осталось, например. Хорошо, что здесь батарейка есть, и гост просто пока ничего вообще не выбил. И только у нее энергия кончилась, у гостов тоже. Энергия подзакончилась сейчас. Гасты пытаются свалить. Нет, обсервер, чтобы их убить. Зафокусил Канин еще пару пробок. А обсервера Канин фокуснул вот здесь. Поэтому нет, грамотно на самом деле действовал. Еще по лимиту в абсолютном плюсе Канин после всех этих агрессий. У него делается ядерная бомба. У него же там танки какие-то строятся. Точнее, факты добавляются. Конструкт, банши строятся. Значит, перебор. Гасты ушли домой. А Стрэндж несколькими сталкерами сидит здесь дома. Зато третий ник ставит. Ну и по рабочим отставание присутствует. Потому что гасты-то рабочих 8 забрали. А Стрэндж как-то пробок не хочет бустить. Почему не хочет их бустить? Для меня это загадка. Бустит он плюс один, который вот сейчас как раз таки плюс один. Важен, конечно, он всегда, но сейчас менее важен, он, чем пробок подбустить. По третий ник переводить сюда нечего было вообще. Так, ну Стрэндж снизу что-то проверил. Вернулся назад. А у Канина выход идет. Очень крайне опасный. Циклоны. Рабочие. Гелионы. Всего очень много. Куда Стрэндж 3 робота? Нахрен 3 робота? Ну это, блин, ну зачем это нужно? 3 роба каких-то. Строй-то гейтовая охрень и убивай просто. Все будет прекрасно. Сталкеров больше там, архонов. Какие там три роба вообще? Зачем? Здание отдельное строить что-то. А так с гитов делаешь сталкеров там, белков. Потом напилил просто, я не знаю.
издания там для других юнитов, и их заказал. Ну, третий ник в Канин Стрэнджа вынес сразу. Стрэнджа Феникса, Стрэндж Патрей мозг устроить. Надо отступить назад, конечно. Баншу сбил вроде как Стрэндж. Ядерная бомба, поднять надо, Гаста, подними, вон он кидает, поднять и все, он не кинет. Пипец Стрэндж затупил, Канин сейчас на себя бомбой попадет. Не, не попал, отменил бомбу. Но он позицию занял, бомбу отменил в итоге. Вай Мортл вообще где-то сзади тупорезит, там Стрэнджерских. Давар Сталкеров еще КСМ их выносит. Зилла-то прям в бой. Куда Зилла-то, тварь-то? Феникс поднимает одного из циклонов. Неужели Стрэндж здесь отковырялся таким чудесным образом каким-то? Да, похоже, что отковырялся Стрэндж. И Мортлы врубились поля в очередной раз. И здесь отбиваются Стрэндж. Приезжают эти гелики еще, приезжают танчики. Прилетают две банши. Надо выпиливать банши. Надо Иммортлов Стрэнджу отвести назад. Я не понимаю, что они там делают, эти Иммортлы. А, вот еще два вышло, кстати, има. Где они? Почему не стоят? Феникс сбил его, и конец все-таки. А все же Стрэндж боится трех циклонов танка вообще. ГГ, Канин пишет, и Морку много на варпу. С чудом вообще Стрэндж здесь вывез. Просто чудом вывез. Так, мы вторую карту ждем. Внутри роба, кстати, Стрэнджа спасло в какой-то момент. Но мне показалось, он и гейтовыми юнитами на изичах бы отбился бы просто. Так, Канин отказался играть вторую игру. Что-то мне не могу нормально на Америку зайти в последнее время. С первого раза, непонятно почему. Складка русская. Так, сейчас попробую перезайти в старик и зайти по новой. Так, еще раз выйду. Еще раз зайду, блин, черт побери.
Ребят, кастаните, пожалуйста, Америку. У всех заходит, нет? Что-то Стрэндж пишет, у него тоже печаль какая-то. Какой неверный, ты чё ему надо? Сам ты неверный пёс. Неверный, блин. Короче, бред, в общем. Так, ребят, сейчас я пойду-то покушать положу, пока у нас тут проблема. Стрэнджу тоже не попасть на Америку, короче, сейчас я даже не покушать, мне пис-пис надо сначала, сейчас приду.
Так, понял. Спасибо, ребят, про Америку инфа. Так, ну все сюда, вот на Европу пришли. Сейчас я супца налил, ребят, быстренько по это полуплю. X-Strange пойду к чанам сейчас скоро. Ждем. Так, отлично, щи влетели, конечно, сейчас просто были вшатаны.
Походу, машнят там что-то сидят, не знаю, ребят. Чаму-то явно не хочется на Европе играть. Стрэнджа сервер получается, как бы, а Америка его вообще. Короче, всем привет, ребят. Так, рекламу давно не пилил. Сейчас пилю. Ну, помните про адлоки, подписывайтесь на премиум, в общем-то, как-то так. Вот. Поддерживайте меня, мой канал, по возможности. О, все, на Европе начинает Strange Chan. Ну, для Стрэнджа хорошо, что... Европа это... Получается. Так, ну все, поехали, здорово всем, Стрэндж против Чама. Вот. Решающий матч для Стрэнджа, пока какой у нас там, обновлена группа-то или нет еще? Вообще ничего не... Ну, у Стрэнджа я могу сказать, что у Стрэнджа... Так, они 2-0, 3-3 у него было, у Стрэнджа 5-3 по картам и 2-1 по матчам. А нет, 2-2 по матчам у него, да? Так, True убил, Лайва убил. А, нет, у Стрэнджа две победы, поражение и ничья. Вот так вот у него, вот так вот. Тут карты, короче, решать будут, в общем-то. А у Чама как? Так, Чам проиграл... выиграл Канина, Чам, а Лайву слил 2-2. Чам стру 1-1, 3-3. Старкиллер Чама нагнул ЗВЗ, вот дает. Короче, Стрэндж уже третье место, я думаю, все обеспечил абсолютно точно. А вот второе сможет или нет, он это... А, ну тру всех ходит. Тру с Лайвом. А, Стрэндж второе. И сейчас Стрэндж выиграет Чама, короче, он себе второе место. Потому что у Тру и с Лайвом 1-1, и с Чамом 1-1, ё-моё. И Стрэнджа он отлетел вообще от Стрэнджа. Короче, все нормально, можно биться. Можно биться, решается вопрос второго места Стрэнджа сейчас по ходу дела. Элайф, понятно, что уже на первом будет, он никому не проиграл ни карты, насколько я понял. А, Старкиллер еще. Ну, Старкиллер, хз, там как-то Старкиллер сыграет, даже не знаю. Завтра, кстати, в этом турнире будет у нас группа, где Би и Вердос играет. Между прочим, в 13:00 по московскому времени. Приходите смотреть обязательно по стриму. Вот. Также сегодня в Арде Christmas Invitational квалификация вторая идет. И что там у нас? У нас Хиллер, это было инфа, что это Крит. У нас Контрол. И Би Ютермала слил уже, к сожалению. Ну, бьют пацаны, была, не знаю, играл или нет. Кто там еще был, тоже не знаю. Вот такие вот дела.
здесь. Ну как-нибудь, может, отдуплюсь и Варди этот турик я постримлю, в общем-то, ребят. Посмотрим. Не, финальную эту часть я стопудняк постримлю, а вот отборочные сегодня я не буду сейчас после этого турнира стримить, потому что хочется отдохнуть. Хотя не сильно я и напрягаюсь-то в последнее время, но ну вот вечером так, чтоб я днем стримил, и вечером еще такого давно не было. Всего понемножечку, надо понемножечку раскачиваться, я бы сказал. Перворожденные выстоят! Так, Stargate у Стрэнджев. Stargate в 3 гейта, ребят, давайте по игре немножечко, а не по инфе. Вот. Глубоководный риф, позиция 5 часов чам, синий зер. 11 часов Стрэндж, красный проц. Пилон гейгоснег с кибернетчиков Stargate у Стрэнджа и в 3 гейта. Здесь 17 хата Газклуба стандартная. Ну и третья хат по готовности королев ставится. Оракул бустится. А, чам еще не видел, даже что на мэне оказывается Старгейт. О, дает. Устанул бы Стрэндж Старгейт, сейчас оракул бы вылетел бы. И... Хотя и так понятно, что он не вылетит. Денег заказан, оракул полетел. Прямо через оверов летит. Что-то тут чам оверов просто пачка вообще. Он что-то творится. Сейчас Феникс вылетит, одного точно заберет. Ну и после оракула Твайлайт, в общем-то, делает у Стрэнджа. Оракул пролетел, на второй базе ничего не обнаружил. Что Стрэндж делает, не знаю. Добил бы хоть собак, я не знаю. Что творить-то? На мейне спорку дрона пойдет, одного заберет все-таки. Ну, одного забрал дрончика здесь, на другой базе еще есть один. Не успел Стрэндж его убить, и энергия как раз кончилась. Феникс где у нас? Феникс летает, патрулирует все пространство, сканирует, ищет оверов. Ну, оверы все домой улетели на скорость оверов. Это просто сделать. Просто взял, что видишь, обвел домой, отвел все. Со скоростью они быстро достаточно передвигаются. 2.63. Так, адепта выход пошел какой-то от Стрэнджа небольшой. Глеф уже почти готовый. Робо Форжа заказано. Здесь сталкерись. Третий Никсус без особой обороны остался, но там, в принципе, и Зерк ничем и не бежит туда. 8 роучи. Учам, вот если сейчас стенку не поставил, адепту успели, кстати, зайти сюда. Ну, Учам стеночку запилил, и адепты вот через верх отходят. И как раз Роуч успеет выйти. Кстати, 14 штук. Это пуш, по-моему, будет после вот этих выхода Роучей. Еще чам и в пуш пойдет, я уверен в этом. Ох, стазис хорошо залишал. Стрэндж увозит адептов. Выдержит ли Стрэндж этот пуш? Вообще, Мортал строит, все строит. Я думаю, это вполне очевидно, что Зерк пуш будет выходить сейчас. Нужно ли было сюда заходить? Все! Стрэндж зашел адептами, он всего 2 рабочих убил двумя адептами. Но я думаю, он должен был, обязан был понять, что это роуч пуш какой-то стороны чам. Потому что если он не пушить идет, ну я вообще не знаю, зачем там он это делает. То есть у него лейер, хотя нет, дроны пошли. С другой стороны, у него 60 рабочих. Зачем тут 16 роучей-то было? Там десятки за глаза. Ну он хотел две группы против адептов, видимо, роучи иметь. Ну вообще время на Стрэнджа сейчас работает. У него робо Б, у него второй робо, я не знаю, правда, это дестабилизаторы будут или что. Я не вижу смысла колосс устроить, когда тут масс роучи вообще. Да, дестабилизаторы, блинк плюс один у Стрэнджа. По рабочим чам в плюс, ну стандартно к третьей хате там чам обгоняет, конечно, мог бы пораньше уже станет же обгонять, почему, потому что
проще, не обязательно ему 16 было строить. Почему, я так думаю? Потому что здесь он стенку сделал, то есть адепты только вот с этой, либо с этого направления залетали, чтобы они бы либо сюда телепортировались, либо сюда летели. То есть можно было за глаза там 10 роучей было по количеству, мне кажется. Роучи, гидра, гидроденши, будет 4-й нексус. Строятся эти дестабилизаторы, раньше колоссом заказан, колоссы пошли. Там гидра будет, почему бы и не построить колосса. Да и против роучи с плэшем они бьют, в принципе, за армией. Конечно, они слабо бьют сейчас, но... Учитывая, что сплэш, плюс там армия спереди стоит, неплохо дэмж заходит вообще. Чама гидра пошла, ребят. Роучи гидра. 166 на 134. Ну, в стране же пробок больше, чем у Чама. Поразительно. Ну, пора уже тормозить. Рабочих достаточно ему на 4 базы сейчас будет. Предостаточно. Ну, я бы на месте Стрэнджа, блин, не колоссов делал, а колоссов пару-тройку, да и мортлов бы уже масел, потому что там же масс роучи вообще. 5 дроп-оверов, кстати, было у Чама. Что загрузилось? Роучи грузится. Роучи и гидра, и все вперед полетело. Здесь Феникс есть на патруле, это хорошо для Стрэнджа. А на центре здесь пилоны. Ставятся, оракул грамотно висит. 81 пробка, Стрэндж начинает четвертую уже добывать, и... Ну, боевой лимит нужен Стрэнджу. Пилоны добавляют, все верно, конечно. Газ начинает добывать, все верно, конечно, но... Сможет ли Стрэндж здесь отбиться, вот вопрос. Опа, оверы полетели, Стрэндж реагирует, не реагирует Стрэндж вообще никак. Колоссами там что-то пробивает, гидра дропаются, роучи дропаются на вторую. Чам в это время собирается на четвертую базу заходить. Хорошо, по роучам прилетело. По собакам неплохо тоже зашло. Их очень много здесь погибло. А на второй базе проблемы. Не всеми дестабили... Один точно не стрельнул дестабилизатор. Вот стрельнул еще один. Филды у Стрэнджа неплохие. Здесь Иммортал Сталкер плюс колосс отбивает. Точнее, даже два Иммортала там отбивают. Так, отдалить надо. Два колосса кукуют, ничего не делают. 116, 176. Вроде Стрэндж как бы и держится, но по лимиту это печаль вообще полная. Ну а Чама абсолютное мясище здесь. У Стрэнджа 4 Нексуса есть, и просто спокойно здесь развиваться, по-моему, и все нормально будет, я бы сказал. Здесь. У Стрэнджа гоняет Феникс там дропы эти, которые к нему прилетели до этого. Здесь гидра есть, поэтому надо... Не успел улететь. Со всех сторон идет. Так, что-то у меня тут зависла мышка, ребят. Вернулся. Так, колосс один отдался. Другой пока живет. Дестабилизаторы живут. Есть залп. Да, ой, хорошо, как прилетает. 130 на 120 по лимиту. Давил, давил Чам, и что-то не додавил здесь нифига. Он в итоге. Все, минус гидрал. 2-2 грейды у Стрэнджа, плюс 3 у Стрэнджа филды, у Стрэнджа роботиксы молчат. Почему-то ничего не делается у них, не понимаю, почему. 4 пробки строят. Ну, надо подумать, я не знаю, о выходе или о пятом нексусе, либо о чем-то, не знаю. Сталкеры, голый микс, архонов нет, шторма нет, ни хрена нет. Надо что-то апгрейдить микс-то как-то. Чама опять вперед. Чама это аналогия ЛЗ. В каком-то прошлом. То есть, у ЛЗ, помню, была хрень такая. Он все преимущество получил и ломится вперед. Независимо от обстановки. Ну, то есть, просто жесть как ломится, им бывало отдавался. А здесь у Чама и преимущества-то уже нет, как бы он все равно ломится куда-то. Потери 9100 на 13700, ну как бы у Проца тоже много потерянного, вы видите, но... Зерга значительно больше. Зелков забегание идет, я не знаю, зачем Стрэнджу эти забегания сейчас уже нужны. Выход пошел. Чам небольшой группкой забегает, кибернетчика минус. Есть доварк здесь, интересно, у Стрэнджа? Да, есть доварк Зилоков.
Ну тут сейчас Роуч с Гидрой спрячется за минеральную линию и попробует их убить. Так у Буба Дилла-то дерутся. Хотя часть протиснул, Стрэндж уже, правда, на пятую пришел, пятую сбрил. Есть шанс 2-2, кстати, грейды сбрить было бы Стрэнджу. Видно же, где Эволюшн, блин, зря он не продолжал там биться. Дестабилизатор стреляет, Роуч догнать не может. Здесь опять Давар. На мэйне была Фотон, поэтому Роуч не зашли. 167-72. Знаете, как бы все хорошо у Чама, но у него перспектив здесь мало. То есть он не может сейчас биться вот с этим миксом Стрэнджа, и он ничего не делает, чтобы с ним биться. У него нет юнитов, у него нет корабтера, чтобы колоссов законтрить, вайперов, что-то такого. У него нечем филды пробить, реведжеров нет, как бы ничего нет. Беллингов у него нет, чтобы как-то между филдами это все дело закатилось и развалило. Сзади заходит Чам, ребят. Надо назад стрелять дестабилизаторами. Что Стрэндж и делает. Ну, два первых выстрела получше, чем последний. Последний в Роуч попал. Ну, в любом случае, это ГГНщик. Колоссы жгут. Потери в конце уже на 10к разница, как бы. Стрэндж 1-0, а Чам пишет ГГ. Не надо забывать, что Чам теперь из-за этих работ профилактических не на своем, черт побери, сервере играют. А это тяжело не на своем сервере играть, как вы понимаете. Я прыгаю в игру. Чам гу-гу, говорит, и мы ждем. Здорово, Сгибатор. В описании канала в восклицательном знаке все есть у нас по турниру инфа, ребят. Вторая карта, Стрэндж Чам, поехали. Катализатор у нас карта. Если Стрэндж сейчас 2-0 Чам побеждает, я так понимаю, он со второго места выйдет. Плей-офф данного турнира, я не знаю, как будет плей-офф. Завтра будет группа Б, там играет Вердос и 3DB. В 13 по московскому времени приходите смотреть. Вот, завтра будет стрим по-любому. Вот, а здесь у нас Чам бьется с Стрэнджем. Еще потом две группы CD будут, я не знаю, в каких числах там когда-то не стоит. Ну и потом плей-офф будет, соответственно. Я думаю, что тут как можно быстрее будут стараться провести. Но я буду стараться постримить побольше всего. 9 числа у нас еще ГГ года, вторая отборочка. Короче, у нас много тут чего будет. Далее. Здорово, Фир, здорово всем, ребят, кто недавно подошел. Ну, а после данного матча, я думаю, тормознуть наших как бы не остается. И хотя еще есть Варди турнир. Не, я Варди не планировал, конечно. Я либо Варди, либо это бы стримил.
Вот, может, следующая квалификация аварии по стримным турикам. Ну и плей-офф в любом случае. Чан на Европе отыграл 130 игр. Значит, у него нормальный, приемлемый пинг на Европе. Лучше, чем у нас, по крайней мере. Я не знаю, какой у Стрэнджа в Москве, ТНЭТ, знаете ли, может быть и крутой, что на Америке там пинг меньше сотки, как бы. Не, на Америке 150-170 стабильно. Вот на Европе даже 60. Бывает, 40 падает. Я на Европе 40-60 обычно. Нормальный пинг. Твайлайт у Стрэнджа пошел. Вот овер залетает, слишком собежал сталкером. И овера пропустил. Ну, овер точно минус. Я не знаю, что Стрэндж именно хочет сыграть. Лев, Дарков, там. Блинк, пуш. Роба на мейне делается. Здесь надо гейт заказать, что Стрэндж делает. Вот у нас проход получился здесь. А здесь надо Даршан делать, либо Глеф Тауш заказывать. Я не знаю, что будет. Так, что-то чам 10 собак построил для начала. Это как-то многовато. Обычно столько не строят зерги. Лингов. Здесь адепт и сталкер есть, как бы. И... все нормально. Здесь у Стрэнджа он батарейку на всякий случай заказывает. Перепугался Стрэндж, что зачем? Хрен его знает даже зачем. Кэшку я не буду гонять никакую. Мне покушать хочется, я сейчас суп чуть поел, штуку завтракал. Да и пора закругляться, завтра в 13 часов стрим, домой мне надо сходить, там, ну, попозже тоже. Так, что-то Стрэндж тут дарками идет. Со второй прям на мейн пришел. Что-то непонятное Стрэндж сделал. Ну, чам здесь готов, везде был как бы отбиваться, получается. Дома и морф, лейчарж. Ну, дарков можно и подслить, архонами хоть оверов срезать можно каких-нибудь будет. Видит чам, где все морфится, понимает, куда харас дальше идти будет. Туда роучи на мейн сразу ведет. Третий Никсус пошел, не успел часть чам налить тут говнеца под третий Никсус, чтобы его Стрэндж не мог заказать. Зря Стрэндж, конечно, не строит Иммортала, потому что сейчас чам выходку не сделает, и Стрэндж пробьет опять. Опять у него, кстати, роучи гидра делается, интересная такая тема. Все-таки нашел Стрэндж, что порезать, что его разрезал. Можно четвертую базу, например, Стрэнджу проверить у Чана. Продемажить ее можно не слабо. Ну, Стрэндж висит, что-то я не... Че он висит-то, я не пойму.
Так. Два архончика сидят. Демонжина и на ней уже регенится начали. Стрэндж улетает 101 на 130. Здесь такой стиль. Через несколько роущи, через один штук. Гидролинга Беллинги потом пошли. Кстати, интересно, такой получается фейк практически. Но Стрэндж уже видит, что Бэйнов много. У него уже рейндж колоссом пошел. Колосс первый заказан. Чам идет вперед на лом. Блин, вот я не понимаю, Стрэндж раньше любил филдов побольше, сентрей побольше делать. Вот раз что-то и филдов-то немного у него. Видит Стрэндж выход? Не встает он сюда, крампик этой. Чам со всех прям сторон пытается зайти. И на третью, и на вторую, и везде как бы. Иллюзия улетела, Стрэндж на разведку полетел там. Колосс будет через несколько секунд первый готов. Где он там? На мейне, да, где-то строится. Чам решил отступить. Стрэндж видит обсервером прекрасно все, что здесь происходит. Вот. И, естественно, Стрэндж готовится по чуть-чуть. Есть дестабилизатор, есть колосс первый. Дальше что у нас? Колосс здесь, а здесь ничего пока. Что здесь ничего? 180, ну 30. Опять какое-то сверхгигантское преимущество. Чама здесь вообще по лимиту. Здесь колоссы нужны, здесь нафиг дестабилизаторы не нужны вообще. Почему? Потому что там микс-то не роучи гидра, там этот. Увидите, какой там микс сами. Прекрасно. Пришли зелы на четвертую, плюс два архона. Зелы топчут, архоны топчут. Хату сейчас будет минусовать Стрэндж. Чам бегает просто всем лимитом, блять, просто F2-шник конкретный такой. Бегает взад-вперед. У него, кстати, видите, у Чама... У Чама на армию билда нет, это чисто F2-шник вообще полный. Хороший контроль от Стрэндж, 150 на 190, вот в этот раз уже 150 дождался, в прошлый раз меньше, уже 160. Колосса и Морглас, Энтреи много. У Чама только шпиль пошел, у Стрэндж же плюс 3 делается, там плюс 2 только. Что хрень всякую базальт не писать, надо слушать, что я говорю, тогда будет понятно. Что я говорю, когда слушаешь, что говорю я. Слушай, что я говорю, вот так вот. Ну что же. Опять контрварп на четвертую. Здесь Стрэндж врубился против Бэйнов. Филды с разных сторон идут, филды хорошие. Стрэндж прав. Колосс через всю армию такой прошел. Я, говорит, пошел. Пока не, говорят, гидралы все-таки приняли колосс. Но лимиты сравнялись. У Стрэнджа Чама филд нужен. Где? Сейчас бы просто половина не ушла бы. Отсюда был бы у Стрэнджа филд нормальный кинут просто. Ну, в любом случае, это победа, ребят, я так насколько вижу. Потому что, ну, чем отбиваться будет, я даже не знаю. Здесь архона, архона эти зилки просто разваливают. Нахрена брать зилков, кидать архонов, я не знаю, Стрэнджу было. Зачем колоссы идут отдельно от центра, тоже я хз. И зачем призма летит куда-то, а не сюда к армии и не варпит сюда юнит, я тоже хз. А вот Даварс пошел на второй базе. Чам призму сбил, долетался Стрэндж. Под армией призма стоит, она вообще в безопасности. Дестабилизатор пришел, бомбанул трех каких-то юнитов. 102, 12, 126. Выжигает все Стрэндж, ребята. ККГ, потери у Чам. Вот в этот раз потери 4900, 15900 на 6700. ГГБ Чам пишет. Ну, наверное, Стрэндж со второго должен выйти после этого, я так понимаю. Место.
Короче, ребят. Это был крайний матч на данном турнире. Но не последний. Вот, будем закругляться. Завтра в 13:00 приходите болеть за Вердоса, смотреть другие матчи. Сейчас я пойду кушать, ребят. Сегодня отборочные первые на Варде турнир, но уже 10 часов, и я закругляюсь. Вот, всем спасибо за внимание большое. Опа, смотрю новости, ничего себе. Т-50 с двигателем второго этапа полетел. С чем всех и поздравляю. Любители авиации. Все, ребят, всем спасибо за внимание. Поддерживайте меня и мой канал. Приходите завтра в 13:00, поболеть за Вердос 3DB. Ну, завтра 13:00, если что, вечером есть, может, и вечером что постримлю. Вот, а пока будем прощаться, на сегодня закругляться. Скоро Новый год, но праздновать еще не начинайте пока. Вот, все, всем пока. Этот турнир будет на Ютубе. Сегодня уже днем стримил я, уже выложен на ГГ-плеере. Вот. Всем спасибо за внимание. Увидимся. Стрэнджу спасибо за игры. Спасибо, что прошел, как говорится. Все, всем пока.